Ваши отношения, оценка современных европейских лидеров, кто из них вам нравится? Все мне отвратительны. Вот. Алан должен сидеть в тюрьме, просто левацкий негодяй, потому что он сажает в тюрьму тех, кто делает бизнес во Франции, да, делает таксистов. И, я упоминал в прошлый раз про того кондитера. Он допускает в страну дикарей, он не говорит правду о терактах, о том, что происходит эта война, он не говорит правды. Он преступник, государственный преступник, он должен сидеть в тюрьме. Меркель тоже делает, совершает государственные преступления в плане мигрантов. Она не такая дура, как Олланд, она талантливая, способная ГДРовская девочка. Я не уверен, что в отношении мигрантов она делает по собственной дурости. Угу. Я думаю, что это война компроматов. Угу. Что ей, она была в ГДР, ну, о ней все известно нашим. Да? Она еще говорит, вот там те фотографии, какие-нибудь там документы, прими себе 100 тысяч мигрантов. А это, да, действительно, это на 100 тысяч мигрантов тянет. Потом, значит, она тоже непростая, она очень непростая. Она посылает обратку фотографию, там, скажет, ну, у нас берут, за это мы много не даем, что-то. О, Ходорковский сидит, да? Насадайте самолет сюда, давай, пожалуйста. Потом, конечно, спохватились, что тот стал болтать, обратно-то она не отдаст, обратно только мигрантов возьмет. Все это, я думаю, что это война компроматов. Интеллигентный, из хорошей семьи Кэмерон, да, но он никакой серенький абсолютно. Потому что сейчас в такой ситуации нельзя быть сереньким, в таком нужно быть Тэтчер. Из всех, из европейских мне очень нравится Даля Грибаускайте, вот президент Литвы. Угу. Она дивная. Угу. Вот мне она нравится, да.